Добрый день все, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Я хочу вас всех поздравить на канале 1000 подписчиков. Это и ваш праздник тоже. Без вас канал перестал бы жить и развиваться. Так что я вас всех поздравляю и желаю вам и каналу, и мне долгого пути и яркой, насыщенной жизни. Ну, а сегодня я продолжаю обзор набора лапок. Для сегодняшнего видео я выбрала две лапки, простых в использовании, но довольно-таки полезных. Это лапка для работы с шелком и скользящими тканями, и лапка для обработки срезов. Первой рассмотрим лапку для работы с тонкими тканями. Это пластиковая лапка с металлической подошвой. Она клипсуется на лапка-держатель. С этой лапкой ткань скользит лучше, меньше собирается. Ну и результат вы можете видеть сами на картинке. Для обработки срезов она интересная. По центру лапки сделан маленький штыречек, есть ориентир расположения среза ткани. Вот к этой пластиночке прикладывается срез, это как упор для среза, и нужно быть внимательным при настройке машинки, чтобы игла не ударилась в этот штырек, чтобы зигзаг формировался на штырьке. Я сделала по два образца без специальной лапки и с специальной лапкой. Образцы на тонкой ткани и на трикотаже. Thank you.
можете видеть разницу. Вот. Ну и эту лапку я использовала для пошива своего нового жилета, который сейчас находится в работе. И надеюсь, видео выйдет в эту субботу. Вот. Ну и что еще сказать? Лапками довольна. Как вы видите, лапку для обработки срезов я уже применяю, а лапку для работы с шелком, ну, пока не довелось. Все еще впереди. На сегодня это все, что я хотела вам показать. Я вам желаю всего хорошего, здоровья, удачи и до новых встреч!